Успешное развитие невозможно без почтения памяти героев и истории родного края, считает молодежь шахтерской столицы. В преддверии Дня первого президента представители молодежного крыла «Жас-Отан» возложили цветы к мемориалу Вечного огня. Подробнее в репортаже Айды Ибраевой. Казахстан сегодня является конкурентоспособной, процветающей республикой, и в этом заслуга в первую очередь главы государства Нурсултана Абишевича. Самое важное событие, которое волнует сегодня караганинцев, это День первого президента. Данному событию в шахтерской столице посвящен ряд мероприятий, одним из которых явилось сегодняшнее событие. Караганинская молодежь возвела цветы к памятнику погибших в Великой Отечественной войны. По словам представителей молодежного крыла «Жас-Отан», патриотизм начинается с уважения к старшим. Сегодня мы, молодежное крыло «Жас-Отан», при народной демократической партии «Нур-Отан», участвуем в мероприятии торжественного возложения цветов к мемориалу боевой славы «Вечный огонь», почтить память героев войны. Основная идея данного мероприятия – это появить чувство патриотизма, а также формирование активной гражданской позиции. Воспитание нас, жас-отановцев, основывается на примере личности Нурсултана Абишевича Назарбаева. Данное мероприятие организовано областным управлением по вопросам молодежной политики, представители которого считают, что подобные мероприятия помогут пробудить у подрастающего поколения чувство ответственности за свою жизнь, что, несомненно, скажется на будущем всей страны. Мы считаем, что такие мероприятия нужно проводить, потому что все наши сегодняшние достижения стали возможными благодаря, прежде всего, вкладу наших отцов, дедов, которые победили в страшной войне, во Второй мировой войне. И благодаря их вкладу сегодня мы имеем то, что мы имеем. И вот в этот праздничный день мы еще раз как бы вспомнили их долг, их заслуги. И, безусловно, это является для подрастающего поколения высоконравственным мероприятием, патриотическим мероприятием в деле их воспитания. И нужно такие мероприятия проводить. В церемонии возведения цветов к мемориалу Вечного огня участвовали студенты высших учебных заведений города. Исполнение гимна, минута молчания, посвященная героям Великой Отечественной войны, а также торжественное шествие молодых военных. Словом, все как положено. Ведь, как говорят жас-отановцы, патриотизм – это то, что должно быть в сердце каждого гражданина республики. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Павел Спиридонов, Первый Караганинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».